Сегодня вступили в силу новые правила дорожного движения. Теперь при въезде на перекресток с круговым движением приоритет получают водители, двигающиеся по кругу. Правила действуют в том случае, если дороги равнозначные. Если перед кольцом есть знаки приоритета или светофор, то ориентироваться нужно на них. Эксперт считает, что такие изменения повысят безопасность на дорогах.